Вреден ли вакуум живота, если хронический колит? Вредно не лечить хронический колит. Потому что если его не лечить и не вылечить, то это ведет к образованию свищей, эрозий, язв, дивертикулов и больших проблем. А если не вылечить его долго, то это приводит к образованию полипов, перерождению их в тубулярные аденомы, зубчатые аденомы, в принципе, в аденомы, в которых возникает дисплазия и возникает рак кишечника. Именно из-за того, что вы думаете сейчас только о вакууме, а не о том, как вылечить колит, у нас в стране регистрируется ежегодно 80 тысяч новых случаев рака кишечника. Представляете? 80 тысяч новых случаев рака кишечника. И это, кстати, скажу вам по секрету, никоим образом не соотносится с заболеваемостью коронавируса и реальной смертностью от нее. От рака кишки погибает намного больше людей, чем от коронавируса. Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле.